Только до 15 мая с 8 утра до 15 часов врачи из Санкт-Петербурга проводят обследование и лечение различных заболеваний с помощью современных технологий. По адресу город Котлас, улица Невского, 5, медицинский центр «Медведь». Фикс-прайс к открытию дачного сезона готов. Дачный инвентарь, товары для рассады, садовый декор и многое другое во всех магазинах «Фикс-прайс». Без нее ты словно без одежды. Новая яркая модная коллекция женских сумок в отделе «Тысяча и одна сумка» от проверенных производителей замечательного качества. Выгодные цены. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Что сегодня одеть? На день рождения или в гости? Отдел «Ирена» торгового центра «Фрегат». Только здесь, пожалуй, лучшие модели одежды от российских производителей. Для женщин с любой фигурой. Отсюда вы всегда уйдете в нарядах. Открываем сезон пикников и шашлыков в супермаркете «Адмирал». Гурманы свинины в маринаде по 267,90. Купаты сыром от «Стрелы» 283,90. Подешевели русская вареная, колбаса царская, ветчина александровская. Сосиски меньше 200 рублей. Хлеб ржано-пшеничный чуть больше 20 рублей. Арахис жареный около 18. Пельмени рыбные по 40,60. Ну а в отделе товаров для дома поступление фумигаторов, жидкостей, спреев, таблеток от летающих насекомых и клещей по выгодным ценам. Снижена стоимость на стиральный порошок «Миф Автомат», моющую жидкость для полов и стен «Мистер Пропер». Гармония красоты и здоровья. Все виды компрессионного трикотажа являются современным эффективным средством для профилактики и лечения заболеваний вен. Чулки, гольфы и колготы от дорогих до эконом-класса. Действуют постоянные скидки. С 6 по 9 мая на площади торгового центра «Фрегат» пройдет весенняя выставка-ярмарка. На ней будет представлен богатый ассортимент товаров народного потребления. Ивановский текстиль, чебоксарский трикотаж, белорусские товары. Ждем вас с 9 до 19.00.